Друзья, думаю, будем благословлять, продолжать наши действия. Как я уже говорил, Евгений Александрович очень плодовитый автор, он пишет очень много и очень всегда интересно. Я думаю, вы вот то, что сейчас прозвучало, вы убедились в этом. И вот очень жаль, что временно нас покинул Станислав. А дело в том, что Станислав не только он у нас участвовал в программах, он неоднократно играл. И много, и даже из того, что сейчас прозвучит, из трех театральных несколько пьес играл. Но Станислав еще преподает в детской музыкальной школе имени Рубинштейна, что в Петергофе. И я, честно говоря, нашей незабываемой Татьяне Викторовне, кто является его начальницей, говорил, приглашайте педагогов, потому что это то, что будет звучать у нас, сам Евгений Александрович адресует прежде всего учащимся музыкальных школ. Музыкальных школ, там, студентам и так далее. Главным образом для домашнего музицирования и адресованы учащимся музыкальных школ, студентам музучилищ, а также любителям игры на фортепиано. Честно говоря, вот этот цикл я в программке назвал альбом. Это и есть альбом из трех тетрадей. Вот, в частности, первая тетрадь, вот, которая сейчас будет звучать. Таких тетрадей три. В каждой по 6 пьес. И не случайно название песенки «Без слов» — это немножко, кто музыкой занимался, знает, что у немецкого романтика Феликса Мендельсона есть песни «Без слов». По-моему, там 6 тетрадей, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня. И вот явно вдохновленный Мендельсоном, Евгений Александрович решил написать такие вот пьесы, которые могли бы подойти, да, для домашнего, так сказать, салонного музицирования. И первая тетрадь открывает весьма такая пьеса, с моей точки зрения, я ее никогда не слышал, честно говоря, этот цикл полностью никогда не исполнялся. Никогда. И какие-то фрагменты, авторы, есть даже на сайте запись автора. Именно в исполнении автора. И не какие-то, я еще раз говорю, играл Станислав. И все. А полная, вот сегодня, можно сказать, премьера полностью вот всех трех тетрадей именно в нашем концерте. Первая пьеса называется «Луна в моем окошке». И я еще раз представляю вам Анну Червоноченко. Пожалуйста. Thank you.